пришла в Marshalls. Смотрите, какие тут сумочки подвезли. Это все кожа. По 100 долларов. Смотрите. Какая тут ручечка со змеючкой. Красота, да? Это натуральная кожа. Ну, конечно, не питона, как вы понимаете. Вот 100 долларов. Но кожа настоящая. Сейчас покажу. Вот. Ничего не написано. Сделано с настоящей кожи. И это, кстати, made in Italy. Да, офигенские. Ну, просто не надо. Вот. Карлуша, смотрите, как старается. Бантиков. Сколько он сейчас стоит? 80 долларов. Ну, это дермантин. Вот, смотрите. Та же самая фирма. Вот это Home. Тоже кожа. Такая вот. Муха или кто это? Наверное, муха. Ну, хорошего качества. Я хочу сказать, у них берешь в руку, чувствуешь, что хорошая кожа. Так, сколько стоит? Да, тоже 100. Вот еще тоже. В общем, сегодня хороший завоз. Очень много сумочек. Смотрите, какая змеечка красивая. Вообще шикардосная. Ну-ка, ну-ка, я ее достану. Вот это очень, ну, как неприятная такая. Знаете, она вот как... Короче, острые такие концы у нее какие-то. Но вообще очень стильная, смотрите. Это какой-то Urban, другая. Это чувствуется кожа хорошая. 39 долларов. Нет, это, скорее всего, не кожа. Это такие деньги. Вот тут коричневые сумочки. Вот это тоже на кожу похоже. Такая Boho Style. Ой, смотрите, сколько тут. Сколько тут у меня змеечек. Классно. Сколько стоишь, сколько стоишь. Так, они всегда еще ценник рядом. 70 долларов. Я видео записываю для YouTube. Сейчас. Это дермантин. И там где. О! Плетеночка. 50 долларов. Ручки настоящее дерево. Деревянное. О, сколько такая штучка стоит? 400 долларов. А это для кого? Для собачки, наверное. Да, 70 долларов. Для кошечки или для собачки. Так, что здесь есть? Ой, очень много красивых. Какой рюкзачок классный. Тоже 99. И явно та же самая фирма. Да, она. Очень много итальянских брендов завезли, но каких-то, которых я не знаю. Так, тут люди. Потом посниму. Глаз. На распродаже стоит 40 долларов. Да, 40. Вот так. А это что? Это кожаный. Нет. Ой, но кожа, смотрите, в магазине висит. Он уже весь какой-то в тятках заляпанный. С якорьком Одесса, напомню. Сколько стоит? 70 долларов. Ну, а самое хорошее. Харбор, Second Harbor. На самом деле очень даже хороший, я хочу сказать. Коч. Коч. 180 долларов. Ну, вы помните, 140 канадских. Это 100 американских. То, что она где-то 120, наверное, 130. Американских выходит. Вот 70 канадских, такое ведро тоже. Тоже made in Italy, ведь. И та же фирма. Надо запомнить, что House of Harlow 1960. Вот такое у них длинное название. Все.
А, это Стив Мэддон. Стив Мэддон, почем? $40. Значит, пью. Вот, еще сколько чемоданов у них есть. Уже обувь пошла, посмотрела, намерилась, ничего не купила. Ничего интересного не было показать. Вот сумочки меня впечатлили. Очень много интересных. Вот Juicy Couture 40 канадских. Вот такая вот тряпочная, миленькая. Здесь черный такой с бантиком. Рюкзачок. Вот. Смотри, мам, тут с мухой с какой-то. Тоже кожаная и той же фирмы. Видела? Мы с мамусей пришли в Marshalls. Москина. Видите? Ой, ой. Есть Москина. Лоу Москина. Это более дешевая линейка. Здесь она сейчас стоит, стоила 230 в магазине. Сейчас 130. Да, 130 стоит здесь. Николь Мюллер. Стив Мэдден. Что еще тут вам показать? Интересно. Но по ощущениям не пью. Это не кожа, Алда. А, ну и ясно. Такая вот тоже. Я пью, стараюсь не покупать, то что она очень быстро в труху превращается. Да, так симпатично. Вот. Такие дела. Ну и даже бабушкина котомочка есть. Связанная. Сколько она стоит? $14. О, 15. Ну, 14.99. French Collection. С вот такими заклепочками. А знаете, где я сейчас? Я в магазине Best Buy. Вот тут такие дорогие телевизоры, да, по 2000 и выше. И вот, смотрите, идет дождь, они крышу не чинят, они просто, вот, смотрите, какая система у них, ниппель-зиппель. Такой вот зонтик, из него, видите, торчит шлангик, и это ведерочко. Вот чего бы крышу не починить, да? Нет, вот ходит с ведерками, это пипец, да? Я реально не понимаю. Вроде же приличная фирма. Best Buy. Трындец, да? Вон еще, смотрите, вон еще два таких же, две такие системы. То, что она тут висит на перманентной основе. Это не только сейчас случилось. Вон еще. Посмотрите, сколько здесь у них этих сборщиков воды. Крышу не чинят. Просто вот навешивают новые такие вот. Как это даже назвать? Это не зонтик, это... Не знаю. Вот, и потом по шлангу, оно вот так вот ведерочко стекает, и все. А здесь, смотрите, техника такая дорогая. Вот тут 119, цена 59. Там вообще телевизоры дорогущие, вот в той зоне. И ничего. О. И в этом вся Канада. Угу.